чемпионат мира по хоккею. Задолбали. Нахер они сюда ездят в такую... Клуб КамАЗ был машина. Ну, они чемпионат мира будет. Проклинали все, а сейчас вспоминаем. Верно. Дело в том, что чемпионаты мира, которые идут сразу после Олимпиады, давно считались разгрузочными турнирами для всех сборных. Езжай нахер. Сейчас опять, сука, сядем. Yeah.